Вот здесь и сказать, что когда ну, вот вы выстраивались столько красоты, молодости, стиля, художественный музей — это такое место, откуда начинается просто вот вверх, рост вверх, да. Ну, а Витебская земля, она особенная земля. Да. Завидую тем, кто пришел, потому что у вас открылся новый мир. Мы никогда не стесняемся самовыражаться. У кого-то получается, у кого-то не получается. Я художник, я так вижу. Так вот уходит, 3 часа где-то шляется, приходит счастливый, довольный. Ну, такой счастливый я ее давно не видел. Вот, знаете, счастливее, чем она приходит от вас, только когда она уходит из дома. К вам опять. Нет, на самом деле очень хорошо. Спасибо большое вам за то, что вы делаете. Вы из моей дочери сделали художницу. Вы отшлифовали моего художника жену до состояния вообще бриллианта практически. Привет. У нее до этого было 5 шедевров. Аня, Коля, Миша, Дима и Олег. Оказывается, помимо детей, она еще может создавать вот такие замечательные полотна. Спасибо вам большое. Ой, Happy Art – это детище моей мамы, второй ребенок, ну, после меня, конечно. Я очень горжусь этим проектом, потому что он дал возможность непрофессиональным художникам раскрыть себя, раскрыть свои способности, таланты. Я знаю, что у многих изменилась жизнь после посещения этой студии. Они открыли в себе внутреннего художника, уволились с нелюбимой работой и, так сказать, открыли для себя новый мир творчества, радости и счастья вместе с Happy Art. Все. Все-таки кружок – это не учебное заведение, это скорее клуб по интересам, где каждый может выражать себя индивидуально. Happy Art – это студия творчества для взрослых. К нам приходят люди разных возрастов, разных профессий, занимаются творчеством, рисуют, общаются, получают удовольствие от этого. И вот сегодня у нас такое событие – выставка в художественном музее. Happy Art – радость творчества доступна каждому.